Здравствуйте, в эфире передача «Два корабля», и с вами я, ее ведущая Юлиана Матросова, и у нас сегодня репортаж с концерта трех групп. Это «Радиопомехи», «Мари Мелон» и «Аффинаж». Герои моих детских грез, гроза удаков и причина ярчащих слез. Подрос и не хочет слезать с колес. Подрос и не хочет слезать с колес. Герой моих детских снов спас землю и был таков. Каков он теперь, герой моих детских книг? Пьяный мужик с пятой попытки вошедший в дверь. Верь да проверь, мой герой не придет по воде. Из-за дырявых ступней герой моих лучших дней не пишет мне, не пишет мне. Рассказать, как вы ждали концерта целый час. Как вы считаете, нормально ли задерживать концерт на такое большое количество времени? Да. Я однажды ездил в Москву на трагедию всей жизни, там концерт задержали на 3 часа, поэтому я считаю, что нормально. Ваши зрители тоже опаздывают, видимо, как и сами музыканты. А с чем это связано? Ну, это связано, я думаю, с тем, что сегодня выступают 2 вологодские команды, а в Вову, где народ сам по себе достаточно неспешный, они никуда не спешат. Ну, форс-мажоры, да. А вы, я слышал, из Вологды, да? Да. И Антон тоже сейчас оттуда едет. Скажите, пожалуйста, на какую группу вы сегодня пришли? Ну, я, собственно, пришла, наверное, сразу на 2 группы. На «Радиопомехи» и на «Мэри Мэлоун». «Аффинаж». На «Аффинаж». «Аффинаж», да. А другие группы слушали уже? Нет. Ну, вчера прослушали. Несколько песен, да, прослушали и сделали акцент на «Аффинаж». Ну, вообще, я пришла послушать творчество Сережи Рудакова «Муравья». Отношусь к числу его давних поклонниц. Лет так уже, ой, не знаю, 15, наверное. Вот, я сама родилась в Вологде, поэтому давно знакома с его творчеством. Но даже переехав в Санкт-Петербург, продолжаю посещать все его концерты. На концерт какой группы вы пришли? На концерт группы... Господи. Группа «Радиопомехи» называется. Мы пришли поддержать нашего друга Сережу Муравья вот, на концерт «Радиопомех». Я пришел на концерт 2 групп, в которых я играю. Это «Мари Мэлоун» и вторая группа – это «Радиопомех». Нет никакого конкурса, ничего нет, просто дружественный состав собрался и решили поиграть в клубе «Ящик». Спасибо клубу «Ящик» за это.